Боже мой, ребята! Что это? О-о-о-о! Ребят, этого просто не может быть! Дим, мне страшно! Это... О, ты видел? Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, мы с вами в предыдущем видео заказывали Happy Meal Маши Медведь Экзис Медведем. Друзья, это было самое страшное видео, действительно. Но в том видео мы заказали сразу два Happy Meal. И нам не пришел еще Буба. Поэтому прямо сейчас, с минуты на минуту, мы ожидаем посылку с сайта Darknet с Бубой Экзи. С Happy Meal Буба Экзи, ребята. Ну а перед началом три самых ваших топовых комментария. Погнали! Раз, два и три. Ребята, вы знаете, Буба очень страшный. Буба страшный домовой, который может находиться абсолютно в каждом доме прямо сейчас. Он одновременно может находиться сразу в нескольких местах, ребята. И самое интересное, что только в 3 часа ночи, в дьявольский час, мы сможем с вами открыть настоящий Happy Meal, адскую еду Буба Экзи, и, возможно, нам посчастливится, и этот домовенок придет в мой дом, и мы сможем его увидеть, ребята. Я думаю, что это будет страшно жутко, поэтому я попрошу вас собрать на этом видео 10 тысяч лайков. Ну а сейчас мы отправимся и возьмем у менеджера тот самый Happy Meal Буба Экзи. Да, ребятки, я уже вижу, как выглядит Буба Экзи. Я вижу, что вы тоже хотите посмотреть, как выглядит Happy Meal с Бубой от Макдональдса. Ведь, скорее всего, вы ни разу не заказывали такой Happy Meal Буба Экзи, потому что это эксклюзивный набор, который специально для Королевы Мистики собрали на сайте Darknet. Такого вы не увидите ни на одном мистическом канале. И только у Королевы Мистики Буба Экзи, ребята, вот он. Это очень жуткий Буба. Посмотрите, его окровавленный рот и кровавая дай 5, ребята, просто очень страшно, ребят. А также у него острый нож в руке, что говорит о том, что если вдруг кто-то дотронется до этого Happy Meal Буба Экзи, тот может быть зарезанным насмерть. Но нам это не страшно, потому что с вами я, Королева Мистики, я справлюсь с любым мистическим героем, друзья. А уж с Буба Экзи тем более. Посмотрите, какие у него клыки, и мне не терпится открыть и посмотреть, что же в этом Happy Meal, ребята. Давайте посмотрим. Жуткая коробочка, скажем так. Дим, согласись, что его окровавленный рот просто наводит страх, а его глаза красные, как будто бы он не спал целую ночь и просто ждал, когда он придет к нам с вами в гости, ребята. Фу, мне не терпится. Я надеюсь, что вы готовы увидеть, что приготовили нам менеджеры сайта Darknet, что они положили внутрь этого Happy Meal Буба Экзи, ребята. Но перед началом я бы хотела вам напомнить, какой страшный Буба домовой. Ведь он может не только разбить тарелки или разгромить полностью ваш дом, как в прошлый раз, когда я заказывала живую игрушку Бабы Экзи. Он сможет также сжечь ваш дом, сжечь вас в этом доме и просто убить вас, понимаете? Поэтому не шутите с этим. Ладно, не буду ждать. Надеюсь, что вы готовы и прямо сейчас уже поставили лайк под этим видео, друзья. А я смотрю на каждого, кто ставит лайк. И я надеюсь, что вы это сделали прямо сейчас. А я открываю этот Макдональдс, этот Happy Meal. Так, ребята, внутри у нас... Пока я никакой жути не вижу, но сразу у нас лежит огромный гамбургер. Гамбургер или чизбургер? А, чикенбургер. Отлично от обычного, ребята. Ничто не предвещает беды, но я всегда открываю с осторожностью, потому что они могут положить все, что угодно. Кстати говоря, я когда общалась с популярными блогерами, и они заказывали на сайте Darknet разные такие штучки, они говорили, что однажды они заказали Happy Meal, и после того, как они открыли, оттуда выполз паук. Черная вдова, ребят, это смертоносный паук, который может вас ужалить, и вы просто умрете. Ваши сосуды разорвутся и полопаются, и вас уже не спасет ни одна скорая помощь. Это жуть.
Поэтому это очень опасно, когда я заказываю подобные хэппи-милы. И я надеюсь на вашу поддержку, друзья. Прямо сейчас я открою его. Но, ребята, я не вижу ничего необычного, кроме как под этим чизбургером лежит какая-то черная тряпочка. Друзья, это похоже на похоронный платочек, ну или это просто в стиле Буба Экзи, потому что он, видите, каком-то на таком, на каком-то черной, в темной комнате. Ладно, я надеюсь, что оттуда не выползет какой-то смертельный таракан или что-то наподобие. О, господи, посмотри, Дима. Что это? Это какие-то... Боже мой, ребята! Что это? Это какие-то знаки. Черт. Я не знаю, что это... Что это может быть, ребята? Если вы знакомы с этой штуковиной, напишите прямо сейчас в комментариях, на что это может быть похоже. Давай пододвинем стол, будет удобно. Так. Ну-ка, погоди, я первый раз вижу. Это какой-то... Это какая-то магическая штука. Yes, no. No, yes. Тут написано на английском языке. Английские буквы по кругу. Послушай, это напоминает мне доску для вызова духов. То есть это специальный такой... Специальный какой-то мистический платок для общения с духами, а возможно для общения конкретно с Бубой, а возможно и не только. Ребят, это просто очень крутая вещь. Она нереально страшная. И это, ребята, черная магия. Смотрите, на английском написано no, yes. И здесь английские буквы A, B, C, D по кругу расположены. А еще... Нет, здесь в середине как бы пентаграмма или пятизвездочная, как бы это скопление энергии. Ребята, посмотрите, здесь как будто бы градусы поворота 5, 10, 15, 20. О, господи, ребята, это просто очуметь. Но я не знаю, как пользоваться этой штукой. Возможно, вы когда-нибудь видели что-то подобное. И прямо сейчас напишите мне об этом в комментариях. А мы пока продолжим смотреть, что внутри. Ребята, это что-то, какой-то прикол. Это картошка фри сквиш. О, господи, что это, Дима? Блин, я сжала этот сквиш, картошку фри, и из него вытекла жидкость, похожая на кровь. Вот черт. Она не имеет абсолютно никакого запаха, но после того, как я сжимаю, посмотри, из нее вытекает эта кровь. Это какой-то, ребята, пранк. Я думала, что это обычный сквиш, а получилось, что из него вытекла жидкость, похожая на какую-то кровь. Ребята, это очень жутко. Нужно сходить помыть руки. Дим, помоги мне, пожалуйста, дверь. Ребята, я просто испачкалась в том, что напихали в сквиш. Возможно, это даже была какая-то кровь, я не знаю. Ладно, нам следует... Хорошенечко отмыть руки. О, хорошо, что она хорошо отмывается. Да. Это просто какая-то жуть, ребята. Что это было? Не знаю. Мне что-то послышалось. Мне послышался какой-то звук. Ладно, давай продолжим открывать Happy Meal McDonald's Буба Экзи. Мне очень интересно, особенно после того, как я нашла эту штуковину, ребята, просто обалдеть. Так, что у нас еще осталось здесь? Так, что это такое? Смотрите, фирменный знак Макдональдса. Что это? Что это за веревка? Смотри, здесь какая-то нитка. Ладно, попробую ее достать. Я жутко волнуюсь, ладно, не буду руками, а то мало ли действительно выползет оттуда какой-нибудь паук. Так, ребята, делаем это очень аккуратно, потому что на конце этой нитки может быть все что угодно. О, слава богу, это обычная иголка. Это обычная длинная иголка. О, я вспомнила, блин, ребята. Так, ладно, сейчас я вам все расскажу, я посмотрю, что лежит в этом пакетике помимо иголки. Я надеюсь, что это не тарантул. А, это донат. Это пончик, но почему-то он откусанный. Что это? Погоди. Что это? Что это здесь? Посмотри. О-о-о-о! Ребят, этого просто не может быть. Дим, мне страшно. Это хвостик Бубы. Черт. Ты слышал? Слушайте, ребята, это хвостик Бубы. Нам не повезло, ребята.
Слушайте, если здесь лежит хвост Бубы, значит, он придет за ним. Буба обязательно придет за этим хвостом. А возможно, он уже в этой комнате. Я догадалась, что это за такая мистическая штука. А скорее всего, это мистическое полотно для предсказаний, ребята. В центр мы ставим маятник или иголку, или все что угодно. Подвешиваем ее и аккуратно задаем вопрос тому, кому мы хотим. Посмотрите, сейчас она просто из стороны в сторону мотается, но мы сейчас попробуем поговорить с Бубой Экзи. Ладно, держим прямо. Буба Экзи, приди. Буба Экзи, приди. Буба Экзи, ты здесь? Это Буба здесь. О, Господи, смотри, он говорит с нами. Смотри. Ладно, он вернулся. Он хочет дальше пообщаться с нами. Ладно, продолжаем. Тяжело держать. Ладно. Буба Экзи, ты пришел, чтобы убить нас? Так он тянется к ней, смотри. Ты видишь это? Я не шатаю. Посмотри, моя рука не двигается. Он просто по кругу ходит вокруг букв. О! Ты видишь? Нет. Посмотри, я абсолютно не держу эту иголку. Посмотри, как она притягивается. Ты видел? Это, ребята, просто жесть. Я не знаю, как это описать. Так, ладно, Буба пришел, чтобы не убивать нас. Ладно. Буба, расскажи, чего ты хочешь? Так, он набирает буквы, ребята. Смотрите. Так, он ходит по кругу. Что он пишет? Я не знаю, пока он не остановился ни на одной букве. Он просто тянет меня кругу. Что происходит? Так. Ха. Он пишет английскими буквами на русском. Хва. Хво. Все понятно. Хво. Хвост? Тебе нужен хвост? Черт, мне надо хвост вернуть. Да. Так, ладно, я поняла. Нам нужно отыскать Бубу и вернуть ему хвост. Ребята, я впервые пользуюсь такой доской и впервые общаюсь при помощи ее. Если вы хотите, чтобы я связалась при помощи этой доски еще с кем-нибудь, напишите об этом в комментариях. Это жутко интересно и действительно по-мистически страшно. Эх, ребята, это просто жесть. Ладно, нам нужно найти Бубу и отдать ему хвост. Ты слышал? Я надеюсь, что этот Буба добрый. Мы отдадим тебе хвост, Буба. Он здесь. Мама! Что с тобой, Буба? Почему ты там висишь? Дим, ты видишь это? Почему он висит там? Что ты там делаешь, Буба? Буба, ответь, пожалуйста, не молчи. Ребят, нам придется подойти к нему. Посмотрите, он без хвоста. Это реально его хвост, мы должны ему помочь. Хотя это и очень страшно. Буба! Осторожно, осторожно. Буба? Буба? Черт. Ты живой? Он не двигается, Дим, что делать? Мири! Буба! Что произошло? Почему я запутана в этих веревках? И где Буба? На тебя Буба напал. А? Где он? Я не знаю. Где он? Что случилось, ребята? Мы просто отключились, Дима и я отключились.
Он пришил себе хвост. Он пришил хвост себе этой иголкой, которой мы гадали. Ребята, только что Буба исчез. И он забрал с собой иглу, при помощи которой я разговариваю с духами. Но он оставил эту доску, ребята. Мы что-нибудь обязательно придумаем и свяжемся с каким-нибудь другим духом. Если вам понравилось, прямо сейчас ставь лайк. И до встречи в новых страшных видео. Всем пока!